23 года назад Эльвира Казачинская расписала стены детского сада, в котором тогда работала. Девушка даже не подозревала, что спустя время ей еще не раз придется взять в руки краски и кисти. Педагог по призванию, воспитатель детского сада, художник по духу, Эльвира на протяжении нескольких лет вместе с коллегами занимается преображением учреждения. В первую очередь, это, конечно, работа над внутренним убранством. Этот личный пролет ведет в музыкальный зал. И нам захотелось сделать все времена года, начиная от лета, заканчивая зимой, на стенах. В процессе работы нам пришла идея сделать не просто пейзажи на стенах, а стилизировать их народными росписями. Теперь, проходя по лестничным пролетам, можно не только любоваться прекрасными пейзажами, но и изучать народные росписи. Городец, Хохлома, Дымковская роспись. Эльвира часто ловит восхищенные взгляды коллег и детей. Для нее это лучшая благодарность. Каждый ребенок шел, говорит: «Вы так красиво рисуете!» Каждый. Всех приходилось благодарить на самом деле. Ну и глазки их сияющие, они, конечно, передают все. Каждая картина уникальна, художник тщательно выводит линии. Работать на неровной текстуре сложно, но тем интереснее. Эльвира планирует к осени завершить роспись лестничных пролетов. А 1 сентября дети и родители смогут не только увидеть, но и в мельчайших подробностях рассмотреть каждое панно. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».